Ленинградского района. Арно Бабаджанян написал немало песен, которые в 60-е и 70-е годы прошлого столетия заняли прочное место в репертуарах многих эстрадных певцов. Это были настоящие шлягеры. Таковыми они остаются и по сегодняшний день. Столь долгая популярность объясняется яркостью песен, экспрессивностью и запоминаемостью композиций. И все же «Королева красоты» в творчестве композитора занимает особое место, являясь одним из его самых известных произведений. Дирижер Юрий Харольский. Ваши аплодисменты.